Этот участок Нагорного канала в поселке Мирный проложили еще в 70-х. Тогда его использовали для отвода воды с полей совхоза «Россия». Район стремительно развивался, и теперь Нагорный канал – это часть ливневой канализации целого района. Сейчас здесь идет большой ремонт. Реконструкцию сооружения разбили на 3 этапа. На первом провели предварительную расчистку канала. Второй этап – восстановительный. У нас сейчас на данный момент есть несколько фрагментов 900-метровая зона этого участка, где отсутствует полностью бетонной конструкции. Это приводит к чему? То есть размывает вода, падает глина, и прохождение воды замедляется. К чему это приводит, отлично знают жители поселка Мирные. В июне 2015-го эмеретинская низменность стала одним из районов, который больше всего пострадал от разгула стихии. Наводнение показало, в системе отвода воды немало пробелов. И Нагорный канал в нынешнем состоянии со своей функцией уже не справляется. Поэтому и было принято решение восстановить эту важнейшую искусственную водную артерию курорта. Сейчас я надеюсь, что с проведением работы по реконструкции и чистке канала мы перестанем бояться проливных дождей. Нам очень приятно, что про нас не забывают. Работы ведутся для нас, для жителей данного района. Сегодня на объекте трудится целая бригада рабочих плюс тяжелая техника. Здесь с утра до вечера на участке в 900 метров продолжают разгребать ил и готовить канал к ремонту бетонных конструкций. Как говорят специалисты, которые трудятся здесь, на объекте, работы и без того непростые. А усложняются они еще и тем, что прямо через канал проходят и водопроводные трубы, и высоковольтные провода. Работа идет не очень быстро, но качественно и в соответствии с графиком. Реконструкцию Нагорного канала планируют завершить уже в октябре, как раз к началу сезона дождей, которые теперь жителям Мирного уже будут не страшны. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.